дорожников есть своя элита. Самые дорогие и роскошные модели от именитых производителей. На российском вторичном рынке весьма популярна тройка таких брендов. Range Rover, Lexus LX 400, Mercedes-Benz G-класса, более известный как Гелендваген. Наш рассказ о Lexus LX 470. Lexus LX 470 оптимально сочетает ходовые качества на асфальте с проходимостью на бездорожье. Заслуга тому конструкция подвески. Спереди она независимая, а сзади жесткий мост на пружинах. Он почти не реагирует на мелкий колдобель и уверенно управляется на больших скоростях. Кстати, плавность хода во многом зависит от выбранного режима шасси комфорт или спорт. В первом случае автомобиль становится вальяжным и мягким, как большие американские внедорожники. Но не вздумайте в этом режиме заложить лихой вираж, крены кузова будут опасно велики. Второе положение делает подвеску жестче, а управляемость на шоссе четче. Lexus в принципе не боится бездорожья, поэтому показательно он в нашем обзоре занимает, пожалуй, среднее место. На серьезном оффроде джип включается на блокирующийся задний мост и блокировка межосевого дифференциала с понижающей передачей. Пасовать на пересеченной местности Lexus может в основном из-за диагонального вывешивания, когда заднее левое и переднее правое колеса или наоборот свободно вращаются, не касаясь земли, и машина беспомощно зависает. Что ж, за отличное поведение на асфальте рамный внедорожник платит некоторым ухудшением проходимости. Впрочем, как показывает практика, владельцы автомобилей Lexus LX 470 весьма редко увлекаются ездой по буеракам. Lexus стойко сопротивляется коррозии. Скручивание краски может обнаружиться только у машин, кустарно восстановленных после аварии. На вторичном рынке превалируют версии, проданные новыми в России, а также привезенные из Америки или стран Среднего Востока. На последних обычно два кондиционера, на переднюю и заднюю часть салона. Второй кондиционер у нас ни к чему, а вдобавок алюминиевой трубки, протянутую под днищу кузова за несколько российских зим, успевает прогнить. Замена магистрали второго контура, как ее называют, зашкаливает за $1000. В этом случае есть резон согласиться с сервисменами, которые советуют заглушить трубопроводы, идущие к дальнему кондиционеру, и не пользоваться им вообще. Электрическая часть LX 470, как практически у всех современных японских автомобилей, надежно и беспроблемно. Если в люксовом внедорожнике что-то может выйти из строя, то только не это оборудование. Поддержанный Lexus LX 470, проходящий диагностику перед покупкой, отличается превосходным электрическим здоровьем. Единственное слабое место – провода противотуманных фар, которые из-за езды по российским зимним дорогам живут меньше, чем отпущены природой и производителем. Впрочем, замена проводки обходится весьма дешево. Lexus LX 470 снабжался бензиновым 4,7-литровым V8 мощностью 235 лошадиных сил с четырьмя клапанами на цилиндр. Он уверенно тянет внедорожник практически с холостых оборотов. На шоссе машина легко достигает максимальной скорости, ограниченной на отметке 175 км в час. Мотор достаточно прожорлив. Средний расход топлива 20-25 литров на 100 км. Это норма. Двигатель надежен и долговечен. Его обслуживание не разорит автовладельца. Главное вовремя менять моторное масло с фильтрами. Тогда сюрпризов можно и не опасаться. Правда, на отечественном бензине свечи зажигания с платиновыми или иридиевыми электродами служат не более 30 тысяч, трое меньше, чем им теоретически положено. Нередко через 80-100 тысяч км продирают какой-либо из выпускных коллекторов, а то и оба сразу. На этом двигателе они сделаны из стали, и от высокой температуры иногда лопаются. Меняют их вместе с прокладкой. Она стоит $27. И это лишь начало расходов. Цена каждого коллектора около $500. Если выйдет из строя правый, еще полбеды. А вот чтобы демонтировать левый, надо снимать рулевой вал. Напоследок обязательно следует отрегулировать углы развала и схождение передних колес. Водяная помпа, стоящая $230, вырабатывает свой ресурс ближе к 200 км, если не забывать о плановых заменах охлаждающей жидкости. Ремень ГРМ, который стоит $80, и приводной ремень достойно выдерживает регламентные 100 тысяч км. Стартер, стоящий $580, уверенно работает до 150 тысяч км, после чего могут пригореть пятаки, стоящие $10-15, и гнужи $27 больше. Замените их стартер ослужит еще один такой же срок. Не забывайте хотя бы раз в год чистить радиатор, основной и кондиционер, от уха и грязи, вовремя менять антифриз. Lexus LX 470 имеет постоянный полный привод, блокировка межосевого дифференциала, понижающий передпередатчик. Крутящий момент поровну распределяется между передней и задней парами колес. Основные узлы и детали трансмиссии достаточно долговечны. А если владелец машины не склонен гонять, то практически вещь. При частой езде по бездорожью может забиться масловодящая трубка, сапун заднего моста. Результат избыточное давление, а как следствие пропишка сальников по оси. На сервисах об этом знают, и через каждые 10 тысяч километров прочищает сапун. С такой же периодичностью
полностью надо шприцевать кристаллины карданных волос, когда они прослужат в среднем до 100 тысяч километров пробега. И четырехступенчатый автомат может разве что безграмотная езда по бездорожью. У аккуратных водителей родная коробка выдерживает практически весь срок службы автомобиля. Ее обслуживание сводится к обновлению масла через 40 тысяч километров. На Lexus LS470 устанавливает гидравлическая подвеска, наделяющая автомобиль великолепной плавностью хода и регулирующая высоту кузова. У нее есть три положения: крайне верхнее для бездорожья, нормальное для обычной езды и низкое для удобства посадки и высадки. Как правило, 100-120 тысяч километров подвеска выдерживает без проблем, а при аккуратном вождении может преодолеть 200-тысячный километраж. Один из основных элементов – гидроаккумулятор, который работает в паре с амортизатором. С помощью электроники, оценивающей состояние дороги, скорость движения автомобиля и другие параметры через гидросферу на каждый амортизатор подается оптимальное для него давление, благодаря чему джип движется исключительно плавно. Однако конструкторы дали промашку, сделав бачки гидравлической системы и стеклоомывателя очень похожими. Многие автовладельцы их путают и заливают в гидросистему моющую жидкость. Ошибка весьма распространенная, а в результате сфера теряет герметичность, и Lexus начинает при езде подпрыгивать как мячик. Новое переднее сфера обойдется $160, а заднее в 600. В худшем случае может сломаться блок клапанов, который стоит $610. Весьма дорогие в ремонте датчики высоты положения кузова. Их всего три, пара передних и задних. Но даже если испортится один датчик, остальные, как правило, тоже перестают работать. А каждый стоит $440. Вот и все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.